Я жертва преступления, вызывающее о защите и помощи Юдина Елена Анатольевна, 1951 года рождения. Проживаю в юго-западном округе Москвы, на улице Кедрова. За последние 10-15 лет я потеряла здоровье и превратилась в калеку, еле передвигающуюся по квартире. В результате постоянного облучения меня в моей квартире каким-то видом неизвестного, а может быть и известного психотронного оружия. Ко мне применяются также и ядовитые химические смеси неизвестных штаммов. Хочу еще добавить, что ко мне применяются мучительные, изощренные средства, сатанинские средства по подавлению моей личности и подавлению моей воли, по изменению моего сознания, по В результате указанных воздействий у меня развились хронические заболевания. Ишемия сосудов головного мозга, артроз коленных суставов, распространенный остеохондроз, нарушена динамика работы сердца. Появились глубокие мышечные атрофии. Все тело покрыто кератомами. Я почти ослепла. И почти каждые 2 года меняю очки. В общем, за период облучения меня с 96-го, как я предполагаю, года, когда мне каким-то техногенным методом останавливали сердце, у меня стали опухать ноги. Я все время сижу на мочегонных средствах. Ни один врач не взялся меня лечить. Меня лечили в поликлинике, я имею в виду, меня лечили большей частью в стационаре мочегонными средствами. У меня сложилось мнение, что, похоже, я выбрана некими специалистами из так называемых силовых структур. Вот. Может быть, даже какими-то засекреченными спецподразделениями, жертвой для экспериментов. Меня превратили просто в подопытного кролика. После смерти моей матери в 2004 году которую также нещадно облучали, предположительно из соседнего дома напротив, где установлен сильный торсионный генератор, и довели до смерти. В основном облучали почки. И никто из врачей тоже не мог помочь ей. Меня стали выживать и убивать уже более открыто и более жестко, применяя все те же техногенные средства.
путем наведения луча в различные точки моего тела. В квартиру стали проникать неизвестные ранее различные удушливые запахи. После обращения в ряд организаций правозащитных мне стали выжигать лучом ноги, раздувая их и причиняя мне мучительные страдания и ничем не снимающуюся боль, никакими медикаментами. Мне выжигали также глаза, переносицу. Внутренние органы. К этой дьявольской работе в 2004 году были подключены соседи из соседней квартиры, нигде не работающие молодые люди. Один из них по фамилии Спирке был, как я подразумеваю, инструктором по облучению и применению психотронного оружия. Я обращалась не только к правозащитникам, я обращалась и к нескольким депутатам Государственной Думы, к покойному Виктору Ивановичу Илюхину, Олегу Николаевичу Смолину, Владимиру Ивановичу Кашину, Виктору Ивановичу Черепкову, Оксане Дмитриевой. После чего меня стали облучать еще более агрессивно. И в круглосуточном режиме. В общем, я превратилась в калеку, инвалида второй группы, еле передвигающейся по квартире. Здоровье мое настолько пошатнулось и стало для меня... Я стала для себя обузой. И помощи ждать не от кого. Я лишена возможности выйти на улицу. Живу с большим напряжением, превозмогая себя, и все время обращаюсь к Богу. Я обращалась также и к некоторым депутатам Мосгордумы, которые тоже вникали в мое положение, такие как Владимир Улас, но помочь мне ничем не могли. В 2007 году и в 2008 году, во время моего отсутствия, я лежала в больнице. У меня были дважды выкрадены соседями из соседней квартиры документы, которые были заведены по данной закрытой теме, в том числе и переписка с депутатами Госдумы. А почему-то особенно заинтересовало их заявление мое, написанное и отданное Виктору Ивановичу Илюхину, после получения которого он подал в прокуратуру. После приобретенных искусственных заболеваний я потеряла смысл жизни. Я могла бы еще работать, приносить пользу людям.
сил, своих возможностей. Но, увы, данная система не дает мне возможности вести полноценную жизнь. Он быстрее. И тогда я уже не через два дня делаю, а через неделю тебя. Электровагон. Вот они поэтому и не приходят. Везде электровагон. У меня волосы вот так дыбом стоят.